Так, друзья, это будет вторая часть видео. Кто не смотрел первую, я нахожусь... Мы находимся на... возле парка Оберлаа в 10-м районе Вены, где такая вот небольшая деревушка построена из домов-примеров разных фирм, которых они представляют примеры домов. И куда можно прийти, посмотреть. Ну, тут даже есть какие-то термины, какие-то времена, когда можно официально ходить внутри этих домов. Но сейчас все закрыто. Но очень интересно посмотреть и снаружи на примеры домов. Так, кто там в первой части этого видео я рассуждал... Папа, мы туда идем. Там нет прохода. Рассуждал по поводу цен. Так что, кому интересно, посмотрите. А сейчас мы пока просто... пройдемся, еще посмотрим на примеры этих домов. Я второй ногти уже второму семейству яблоки положил. Да, тут к дому прилагается бесплатно семейство кроликов. Дизайн. Черных. Так, не, ну это конечно, не пример дома, это какое-то здание. Так, а вот с этой стороны дома. Так, следующий дом. Так, конечно, цена очень сильно будет зависеть от того. Так. Ну, вот ради интереса, смотрите, друзья. Сам дом, вот такой вот, стоит 140 тысяч. Сам дом. Если у вас есть кусок земли, куда его поставить. Ну, еще около 200 тысяч будет стоить земля под него. Ну, вот ради примера. Вот такой дом. 92 тысячи, видите? То есть сам дом стоит мало. Много очень стоит земля в Австрии. Так, вот еще пример. Ну, такой. Очень дорогие жители. Мало. У меня есть предположение, как кролики там оказались. Не жители, а зрители. Зрители. А. Наверное, они сбежали, смогли как-то сбежать из клеток. И да. Поселились уже там. Все может быть. А я думаю, специально здесь поселили, чтобы... люди ходили, смотрели на кроликов, умилялись и покупали их дома. А вот ты такой не производит что-то впечатление нового у меня. Фрэнк Синатра приезжает. Фрэнк Синатра приезжает сюда. Что это за кафе такое? Нам руки помыть. Так, давайте посмотрим. Ну это вообще такое чувство, что он здесь уже лет 20 стоит. Леня, ну куда ты полез? Нил, там очень мокро, вылазь. Это какой-то сильно заросший, наверное, самый первый появился в этом, в этой деревне примеров. Такой же, как и у Пеппи. Да, как и у Пеппи, точно. Так, вот. Следующий дом. Ну, по поводу цены, покупки домов. Если, конечно, вы не приезжаете откуда-нибудь из Москвы, я не знаю, из дорогих мест, и у вас много денег, как, например, у нас нет денег, то приходится, конечно, на такой дом брать кредит в банке. Значит, в Австрии сейчас, слава богу, небольшие проценты. То есть очень низкие проценты по депозитам, то есть вкладывать деньги невыгодно, но выгодно брать кредиты. То есть кредитные ставки сейчас в Австрии до 5% в разных банках. Так, ну вот мы, получается, вышли из этого места с примерами домов. Тут сразу какой-то Бауэрнхоф, какой-то ферма. И петухи, и голуби, и дикие голуби. И голуби. Так, ну, друзья, ну, так как это видео у нас было про примеры домов, то я буду выключаться, и вот отдельное видео так, завершим мы на курочках, австрийских курочках. И вон зайчик, смотри, тоже кролик. Так, вот так выглядят австрийские кролики. А вон какие интересные там свинюшки. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ага, такие толстые. Ого. Ох, и свинюшка.
Сюда их в садик возили, да? В садик? Так, друзья, сейчас покажу вам классную свинью такую. Будем. Во-о-о-о-о. Только посмотрите на это. Вот это свинья, так свинья. Вот это точно, вот это био-свинья. Так, все, друзья, буду выключаться. И отдельное видео снимем еще про сам парк. Не пропустите.